С чего начинается газета и телевидение? С процессом производства настоящего медиапродукта от замысла до воплощения школьники познакомились в ходе экскурсии по пресс-центру в СМПО. Экскурсию, которую можно назвать еще и профориентационной, для ребят провели главный редактор газеты «Новатор» Лариса Карасева и выпускающий редактор Ольга Примакова. Никаких постановочных кадров, ребята окунулись в настоящий рабочий день корреспондентов, верстальщиков, видеооператоров. В студии событий недели желающие могли попробовать себя в роли диктора, но оказалось, рассказывать новости по ту сторону экрана не так просто. Меня зовут Шмаков Никита. У нас было происшествие. Когда в телефоне у каждого есть камера, журналистом может стать любой школьник. Но сегодня ребята осознали разницу между стримом и серьезным медиапродуктом. Юнкоры задавали интересующие вопросы, а редактор «Новатора» пообещала, что в заводской многотиражке всегда найдется место для творческих дебютов юных журналистов.